Палитра души. Выставка картин под таким названием уже успела привлечь любителей искусства. Работы художницы Алины Кондратюк наполнены элегантностью, экспериментальностью и тонким чувством прекрасного. Женщина признается, жизнь без творчества – это не жизнь, она в хорошем смысле заражена им. Когда начинаешь творить, значит, так и уже не, трудно останавливаться. Я люблю в своих работах экспериментировать. Во-первых, рисую, мне нравится акварель. Раньше больше работала пастелью, сейчас перешла на акриловую живопись, на масляную живопись. Работа, которая приносит удовольствие. Я получаю удовлетворение от того, что я рисую, у меня есть такая возможность. Алина Кондратюк закончила художественно-графический факультет Витебского педагогического института. С этого момента и началась ее активная и продуктивная педагогическая деятельность в различных учебных заведениях. Сегодня Алина Антоновна – бессменный председатель товарищества польских художников «Мостик» вот уже на протяжении 10 лет, а с 98 года является членами товарищества польских художников Беларуси. Это женщина и замечательный педагог, и талантливый художник, и просто счастливая мама. Я люблю пейзажи, вот. Но натюрморты тоже, и цветы – это вообще очень прекрасные вообще работы, мне очень нравятся всегда, и такие женственные, как бы там много как бы души, и они мне все очень близки, конечно. Желтые тюльпаны, хризантемы, ирисы и сирень. В экспозиции около 25 полотен, большинство из которых выполнены в нынешнем году. В каждую работу Алина Антоновна вкладывает глубину своей души и переживания, будто они плохими или хорошими. Это, безусловно, мастер с большой буквы, со своим характером, энергией и настроением. С годами, со временем у нее как-то и меняется, и стиль. И техника меняется. Она у нее одинаково, мне кажется, прекрасно получается и акварели, и живопись. Вот. Но вот последнее время у нее стал голубой период. Это больше в голубых тонах. Как-то вот это более романтично, как-то, мне кажется, получается. Но работы очень техничные, крепкие. Однако сама героиня на этом останавливаться не собирается. Главная задача – дальше совершенствовать уровень мастерства и дарить своим творчеством улыбку всем собравшимся.